Выбросили труп в Охотское море. Приезжий рыбак насмерть забил коллегу по бригаде, а другие товарищи помогли ему избавиться от тела. Как сообщили в краевом следкоме, собрано достаточно доказательств для обвинения 46-летнего жителя Хабаровского края, который приехал на полуостров для заработка на путине. Следствием и судом установлено, что 12 июля 2020 года в вечернее время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории одного из домовладений, расположенных в селе Соболево, отмечая праздник День рыбака со своим коллегой, в ходе произошедшего между ними конфликта, осужденный нанес ему силой не менее одного удара по голове и не менее одного удара по спине деревянным брусом, причинив телесные повреждения, от которых наступила смерть потерпевшего на месте происшествия. После совершенного преступления мужчина и другие члены рыболовецкой бригады вывезли труп потерпевшего в прибрежную зону и, привязав к его телу мешок с песком, выбросили в акваторию Охотского моря. За убийство осужденному назначили наказание в виде 6 лет в колонии строгого режима. В следкоме добавили, что в отношении 3 членов бригады, которые помогли скрыть следы преступления, продолжается расследование уголовного дела.